Привет, привет! Сегодня я хочу вам показать миник, который недавно закончила. Это будет не только фотоальбом, а своего рода признание в любви, потому что под каждой фотографией будет спрятан вот такой тежик с текстом, выполненным серебряным фольгированием. Именно потому, что здесь будет серебро, я также использовала серебряные акценты во всем альбоме. То есть почти весь чипборд я покрыла серебряным эмбоссингом и на каждую страничку добавила серебряный бисер. Обложку я обтянула хлопком, сделала здесь очень красивую рамочку, цветы, вот эта розочка самодельная. Когда-то я ее делала, она у меня лежала, и сюда она подошла идеально. Здесь же маленькая прищепочка, эмбоссинг на кальке, кружево, и также я добавила ярких акцентов, это надпись Love и вот такие ярко-розовые листики. Их я поддержала еще розовыми дотсами. Давайте я вам покажу, что внутри у этого альбома. Это первая страничка. Помимо серебряного чипборда и бисера, я также еще добавила серебряную вырубку. Почти все фотографии в альбоме будут горизонтальными, поэтому не удивляйтесь, что и подложки здесь тоже только горизонтальные. На первой страничке у меня гипсовая рамочка, цветочки, бумажные, шифоновые. Добавила еще немного тычинок и вот такие две лампочки Эдисона. Причем вот эта, которая побольше, она у меня приподнята над фоном и благодаря этому смотрится более объемно. Следующий разворот, он выглядит так. Здесь я добавила еще черных акцентов, чтобы сама страничка выглядела немножко ярко и не так плоско. Здесь у меня подложка закрывается на магнитик. Смотрите сама по себе, какая красивая страничка. Вообще, в целом, это очень красивая коллекция бумаги, она мне понравилась. И половина у меня еще осталась, так что сделаю обязательно еще подобный альбомчик. И вот так подложка открывается. В качестве украшения этой странички я также использовала чипборд. Здесь у меня не только он покрыт серебряным эмбоссингом, но и оставлен в первоначальном виде, чтобы добавить немножко еще таких теплых акцентов. Также здесь я использовала вот такую винтажную фишку. И на каждой страничке у меня по птичке. Только здесь она гипсовая, а здесь вырезалка. Помимо листиков я добавила еще вот такую вот вырубку черного цвета. Здесь это листья, веточка, а здесь надпись «Счастье». Следующий разворот. На этом развороте у меня главными украшениями стали вот такие вот камины. Здесь маленький, он напечатан прямо на страничке, а здесь побольше, это вырезка. Также для того, чтобы поддержать вот эту тему каминов, уюта, потрескивающих дров, я добавила здесь еще вот такой вот настоящий спил дерева. Здесь у меня также вырубка, цветочки, веточки и чипборд. На той и на другой страничке я сделала одинаковое кружево, похожее на сеточку. Здесь вот у меня два кусочка побольше, а здесь совсем маленький, потому что мне показалось, что вот эта часть немного пустая. Этот разворот, пожалуй, мой любимый, несмотря на то, что он самый темный. Но мне кажется, именно благодаря вот этому темному контрасту получилось очень интересно. Смотрите, если приподнять вот эту подложку, то здесь наклеено фоновое кружево, которое смотрится особенно воздушно и изящно именно вот на таком темном фоне. Здесь же часики, цветочки, бисер, вырубка и вот такие вот еще кружевные цветочки. Здесь веточка, кружево, рамочка и еще одна лампочка, которая тоже сделана объемно. И висит она как будто бы вот на таком витом шнуре. Этот разворот более светлый, более нежный. Здесь я постаралась передать такую картинку, знаете, наверное, домашнего какого-то вечернего чаепития. Потому что здесь две кружечки. Вот у этой кружечки даже свисает пакетик, он объемный. И видите, я сделала одинаковую композицию, как бы продолжение от одной к другой. Здесь у меня был чипборд, вот такой длинный бордюр. Я его разрезала пополам и приклеила на одну и на другую сторону. И также сделала продолжением одинаковое кружево, как будто бы свисает, знаете, как скатерть со стола, на котором и стоят мои кружечки. И здесь тоже такие вот лампочки, одна из них повыше сделана, а другая чуть пониже. В качестве основы для этой композиции я использовала вот такую вот ажурную вырубку, сделанную из крафта, потому что вообще цветовая гамма бумаги достаточно теплая, поэтому крафт сюда хорошо вписался. Из него я также сделала подложки для фотографий. И заключительная вот такая страничка. Это единственная фотография вертикального формата в этом альбоме. Она также держится на прозрачном анкере, откидывается вверх. Смотрите, какой красивый здесь уголок.
И в качестве основы композиции я использовала серебряную вырубку и крафтовый тежик, потому что вот эта вот веточка чебордовая, она очень нежная, и на достаточно активном рисунке фоновой бумаги она бы потерялась. Поэтому я сделала под нее подложку и тежик, и добавила также сюда серебряных акцентов, но в этот раз это у меня вырубка покрыта серебряным эмбоссингом. Здесь же у меня веревочка, бисер, вот такой фотоаппарат и вырубной домик. На форзацах я не стала делать кармашки, потому что под каждой подложкой будет сделан маленький тежик, а на форзацах еще по-большому. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать. До скорых встреч. Целую, обнимаю. Пока-пока.